Покупка недвижимости в Турции вновь возвращается к формату приобретения летней дачи на берегу Средиземного моря. Вы на канале компании Liga Real Estate, меня зовут Мария, и сегодня я покажу вам апартаменты, которые станут вашей идеальной дачей в городе Аланья в Турции. Итак, мы приехали на границе района Кестель и Махмутлар. Это очень удобное расположение, потому что как до центра Алании, так и до района Махмутлара Каргаджак можно и пройтись пешком по набережной, и проехаться на велосипеде, и добраться с помощью общественного транспорта. Наличие личного автомобиля при проживании в этой локации совершенно не обязательно. У этой квартиры есть несколько очень важных преимуществ. Первое – это современный жилой комплекс, который был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Он состоит из двух блоков, которые расположены на закрытой территории, где есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Расстояние до ближайшего пляжа всего 250 метров. Ну и сама квартира уже полностью готова для вашего проживания. Ее планировка 3+1, и обычно мы привыкли, что в Турции такие квартиры являются двухэтажными, но здесь она расположена в линейном формате. Площадь этой квартиры 130 квадратных метров, и здесь есть абсолютно все для вашей счастливой жизни. Давайте я покажу вам ее поподробнее. Три жилые комнаты, два санузла и гостиная, объединенная с кухней американского типа, где также есть просторная терраса, где уже установлен комплект летней мебели и откуда открывается потрясающий вид на красивый горный пейзаж. Это очень светлая квартира, здесь действительно легко дышится, и здесь достаточно высокие потолки. Квартира продается с полным комплектом мебели, а также бытовой техникой. Зона отдыха в гостиной полностью укомплектована. Мягкий диван, большой плазменный телевизор и достаточное количество места для хранения ваших личных вещей, а также элементов декора. Если мы пройдем дальше, то в центре этой комнаты расположена обеденная зона. Также здесь установлен современный мощный кондиционер бренда Arçelik. Кухня полностью укомплектована. Комплект энергосберегающей бытовой техники. Холодильник, морозильная камера, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина, газовая плита и вытяжка. Кстати, я не устану напоминать о том, что газовая плита является приличной экономией электроэнергии. Сейчас в Алании разгар летнего сезона, и температура воздуха достигает максимальных значений. Но удачное расположение этой квартиры делает так, что здесь достаточно прохладно даже без включения кондиционера. На полу в каждой комнате в этих апартаментах, а также в зоне коридора, постелен ламинат. В зоне гостиной и также в главной спальне есть функция теплых полов. В этой квартире три жилые комнаты, и в одной из них, в главной спальне, есть собственный санузел и выход на террасу. Санузел полностью укомплектован сантехникой, здесь есть застекленная душевая кабина, раковина, туалет и достаточное количество полок для хранения вашей косметики и бытовой химии. Основная спальня достаточно просторная, здесь также установлен кондиционер, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, гардероб, который действительно очень-очень вместительный. И при этом здесь остается достаточно свободного пространства для того, чтобы поставить зеркало в полный рост или, например, какой-то небольшой журнальный столик. Мне очень в этих апартаментах нравится коридор. Посмотрите, какой он широкий и длинный. И здесь действительно можно повесить какие-то полки для того, чтобы сделать личную персональную домашнюю библиотеку или поставить шкаф для верхней одежды и обуви. С левой стороны у меня находится общий санузел. Здесь установлена стиральная машинка, также есть электрический обогреватель для полотенец, и также здесь, разумеется, есть застекленная душевая кабина, раковина и туалет. Если вы думаете, что в этой квартире три спальни, то одна из комнат переделана под кабинет. Также эта комната может стать идеальным пространством для учебы ваших детей. Полностью оборудовано место, полностью оборудован шкаф для книг и каких-либо учебников. И далее здесь есть диван и кресло для отдыха. Ну а вид, который открывается из этой комнаты, станет отличным для того, чтобы сделать небольшой перерыв и перезагрузиться. В каждой комнате в этих апартаментах установлен современный кондиционер. Также здесь установлен видеодомофон и дверь двухступенчатой системы защиты. Следующая комната, которая находится около входной группы, это еще одна спальня. Она может стать детской комнатой или гостевой. Все зависит от состава вашей семьи. Здесь также есть уже все необходимое для комфортной жизни. И в целом эта квартира не требует никаких дополнительных вложений. Вы просто приезжаете сюда со своей любимой семьей или друзьями и прекрасно проводите время в городе Алании. Кстати, в районе Кестель есть все необходимые супермаркеты, магазины, салоны красоты, а также рестораны на любой вкус. Этот район стремительно развивается. Если еще несколько лет назад здесь буквально открывался первый Мигрос, то сейчас представлены практически все сетевые супермаркеты города.
Сейчас набирает популярность такой вид отдыха, как таймшеринг. Что же это такое? Это когда одна большая семья покупает апартаменты, в которые приезжает отдыхать по очереди. Или, например, люди группируются с друзьями и также делят время своего летнего отпуска. Эта квартира идеально подойдет для проведения вашего отпуска в Алании. Независимо от того, он выпадет на летний период, на осенний или даже на зимний. Потому что ламинат, теплые полы и удачное расположение даже в зимний период будут сохранять тепло. Как я сказала ранее, комплекс состоит из двух пятиэтажных блоков, и в целом это небольшая, очень уютная резиденция. Важным плюсом жизни в Турции является то, что на территории комплекса абсолютно безопасно. Везде висят камеры видеонаблюдения, и любой желающий не сможет, не зная пароль или не имея специальной карточки, попасть на закрытую охраняемую территорию. Здесь абсолютно все необходимое. Открытая парковка, электрогенератор на случай экстренного отключения электричества, большой открытый плавательный бассейн, вокруг которого установлены лежаки и зонтики. Также бассейн с детской секцией, беседки для барбекю и даже детская площадка с безопасным мягким покрытием. У вас не будет больше стоять вопрос о том, куда пойти погулять с ребенком. Раз, он спускается на территорию вашего жилого комплекса и прямо здесь прекрасно проводит время. Также здесь есть внутренний подогреваемый бассейн, небольшой тренажерный зал и спа-зона. В этом году отдых в Турции существенно подорожал, и вложение в апартаменты, которые навсегда станут вашей дачей на берегу Средиземного моря, это отличная опция. Также хочется сказать о том, что у компании Liga Real Estate есть варианты беспроцентной рассрочки платежа и индивидуальный график платежей, составленный специально для вас. Если вас заинтересовал данный комплекс и вы хотели бы рассмотреть возможность приобретения этой квартиры, то прямо сейчас нажимайте на ссылку в описании этого видео. С помощью этой ссылки вы попадете в онлайн-чат с менеджерами компании, которые подробно ответят на все вопросы и станут вашими проводниками в мир самостоятельного отдыха в Турции.